С 3 августа в продаже новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Республиканская поддержка. Кому она доступна? Последний месяц перед новым учебным годом. Воспользуйтесь дополнительными поездами. «Маска, я тебя знаю», наш фотоотчет. Детские площадки, они городу нужны. Пить или не пить, хотя бы по выходным. Как всегда, в номере «Кроссворд», «Сканворд», «Гороскоп», программа телепередач на неделю, детская страничка. И, конечно, объявления, с помощью которых вы можете купить то, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник не выходит в понедельник, он выходит в четверг.